Всех приветствую на канале Animal Life. Каждую ночь этот пузатый малыш стучится в дверь приюта. Посмотрите для чего. Однажды водитель грузовика в Намибии подошел к своей машине и замер в удивлении. К колесу с внутренней стороны прижимался во сне невиданный зверек. У него были большие розовые уши, похожие на флажки из бархатной тряпочки, и длинный коричневый нос с плюшевым пятачком. А его пятерни напоминали лапы крупного крота. Водитель аккуратно взял кроху на руки и отвез его в приют для бездомных животных. Ветеринары установили его возраст, не более 2 месяцев. Этот маленький трубкозуб остался без мамы, и если бы добрый человек не помог ему, то он наверняка бы погиб под колесами машин или от голода. А в приюте зверька быстро поставили на ноги. Здесь он подружился с целой кучей собак и полюбил играть с ними в догонялки. В возрасте 7 месяцев подросшего трубкозуба выпустили назад в дикую природу. Но он не забыл своего детства. Теперь каждую ночь он приходит к дверям приюта, чтобы навестить любимых родителей и сводных братьев. И, надо сказать, все ему очень рады. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.